Министерством благоустройства Московской области проводится конкурс «Цвет лета», в соответствии с которым нужно представить каждому муниципалитету свою экозону. В рамках данного проекта проведено благоустройство данной зоны. Был предусмотрен, как основой, да, является цветник, превосходная клумба. В соответствии с тенденциями этого года ландшафтного дизайна было принято решение использовать при разбивке цветника различные виды растений. Очень интересно сочетаются декоративные растения, такие, например, как хоста. Они, во-первых, неприхотливые, во-вторых, очень удачно смотрятся и долго цветут. И в то же время в сочетании с такими полевыми цветами, например, как шалфей, смотрится превосходно. Предусмотрены пешеходные дорожки, установлены малые архитектурные формы, такие как парковые диваны, декоративные фонари освещения, высажены разные сорта яблонь, которые в период цветения будут превосходно смотреться. И также это очень будет интересно и выгодно в летний период, когда яблони уже созреют и будет душистый прекрасный аромат.